где он был капитаном. И там такая очень трогательная была церемония. Почти 40 минут только о нем. Перед началом матча все в его свитерах. Отличный был хоккеист. Отличный был хоккеист Маркус Неслунд. Но отличный, кстати, для своей сборной хоккеист и Николас Харт, я скажу. Вторая шайба. Третья на турнире. Я скажу по такому моменту, что очень важнейшая шайба еще Артюхин оказалась. Сейчас 3-3, это очень было неприятно. И опять провал в обороне. И еще и ехали в Набокова. И не исключено, что повреждение, потому что Барунин начал активно разминаться. Ну, разминаться он начал как раз то, что непонятно, что с Набоковым. Да, 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 просто подъехал Артюхин и показал. Вот, давайте смотреть. Старков уходит от Тютина. Харт бросает. Набоков ударился, видимо, получается, как бы сам. Я думаю, что не ударился, не потянул, не ударился он. А, да, резко же, да, резко разножку вот их перекладывал. Да, я думаю, что потянул-то, видимо, прилично. Мог. Сейчас Евгений только сам может оценить. Готов он продолжать. Показываю Костю Барулина. Он, как всегда, готов. Честно сказать, так, после того, как он вот дебютировал на этом чемпионате и сыграл, вот так, почти никто не знал, а я даже журналист, которому дал, он пошел, говорит, что я боюсь там ответить. Бонус — это, оказывается, доверие игрока к игроку. Вот Набоков был больше, помню. И вообще очень много чего интересного. Давай, давайте, вот у нас еще будет наверняка пауза. Я хочу сказать, я скажу сейчас про Набокова, просто я, да, обязательно вернемся к этому.